Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, решил с вами поделиться еще одним багом, который я поймал в игре Dying Light 2. Видите, такой вот зараженный, вроде у него появляется кнопка «Быстрое убийство», то я его могу быстро убить, вроде как свернуть шею, но ничего не происходит, Эйден поймать его не может и шею ему свернуть не может. Звук, как будто ловлю, начинается, но пропадает. Если его вот так вот долбить постоянно, то он, в принципе, тоже не умирает, здоровье у него бесконечное. Сколько его не лупсуй, он не погибнет. Пинай, бей, колоти, избивай. Ничего не умрет. Вот так вот стоит, тупит, воняет, мухи вокруг него летают, но никак не умирает. Вот такой вот зараженный мне попался. Первый раз я с таким встретился, кстати, неубиваемым зомбарем. Если вы, ребят, с таким сталкивались, пишите в своих комментариях, был ли у вас такой или нет. И как вы с этой темой расправлялись, я думаю, у вас, наверное, было то же самое. Если видос понравился, не забывайте ставить лайк, если кому интересно, подписывайтесь на канал. С вами был Санек, всем счастливо, всем пока и до новых встреч в новых багах по игре Dying Light 2. Надеюсь, мы еще с ними встретимся. Всем пока.